Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый букс CryptoStar, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов буду зарабатывать криптомонеты. Регистрация, ну погуляйте здесь сами, просмотрите наипростейшее. Имейл, логин, пароль, капча, кликаем зарегистрироваться. На почту мне письмо не пришло. И букс платит, я зарегистрировалась и просмотрела одну рекламку и сразу же поставила на вывод. Монеты мне пришли. Так, вот Faucet Star я выводила. Да, вот TRX мне поступило. 28 августа. Так, значит, почему-то мне пришло в TRX. Интересно, когда у меня здесь прописан Dogecoin адрес. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, значит, попадаем. Это у нас домашняя страничка. Баланс у меня везде все по нулям. Значит, идем по вкладочкам. Рефералы, находится реферальная ссылочка. Ежедневных бонусов здесь нет. Далее что? Кран. Автокран. Это есть. Мы просмотрим эти шортлинг. А простой кран здесь, конечно, мизер дает. Вот. И таймер здесь 5 минут. Разгадываем капчу. Так, автомобили. Подтверждаем. Синюю вкладочку. Все. Засчиталось. Видим, столько ему можно делать. Далее, короткие ссылки я не смотрю. Если кто умеет и любит, пожалуйста, смотрите. ПТС. Где будем зарабатывать. Здесь минималка на вывод, смотрите, 0.301. Рекламку просмотрели, поставили на вывод. Видим, да? Значит, давайте какой-нибудь покороче посмотрим. 30 секунд. Все. Давайте хотя бы 15 секунд. Кликаем Go. И, как всегда, в обычных буксах у нас идет таймер. И ждем. Разгадываем нашу любимую капчу. Ну, пипец, зависло. Сейчас я обновлю страничку. И ждем таймер. Капча. Так, переход. Подтверждаем. Зеленого вэри. Возвращаемся. Окей. Ну и все. Задание нам не надо. Так, что у нас здесь далее? Что еще я вам не показал? Ну, в принципе, и все такое. Так, профиль. Нам не надо. Трансфер, депозит. Это для рекламодателей. Офервалы нам не надо. Бискутаск. Вот это все я не смотрю. Только вот ПТС. И что? Идем на домашнюю страничку. И видим на балансе у меня вот такое количество монет. Значит, я кликаю на Dogecoin.
Ой, видим, вот здесь трон стоит. Это вот такое количество. А я кликаю на Dogecoin. И вот такого количества Dogecoin'ов должно прийти. Но, как я вам показала, у меня монеты пришли в TRX почему-то. И адрес я прописывала от FaucetPay сюда. Вот. Ну ладно, смотрите, Dogecoin. Так, сумма по умолчанию, адрес прописан. Кликаю вывод. Окей. Вот такое количество монет ушло на FaucetPay. Перезагружаем страничку. Опускаемся ниже. Faucet Star. А в этот раз в Dogecoin пришло, интересно. И вот такое количество Dogecoin пришло 28 августа. Платит инстантом. Ну и все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, не работайте. Также есть чат. Всем удачи, всем пока.